Секаться, вот с этим мы и поборемся. Ага. По анализам у мужа на верхней границе нормы находится холестерин, хотя он худощавый. Ось тобі татування, твій улюблений майонез. Это может быть и тот же майонез, и кетчупы, которые мы вчера попрощались, и колбасы, вот, и другие продукты питания, которые изменяют обмен веществ в организме. Нехорошие анализы. Это у дедушки, у него не только высокий уровень холестерина в крови, но и по данным кардиограммы у него, к сожалению, был инфаркт. Как? Ну? Оце так новина. Почути, що в тебе був інфаркт. Часто інфаркти проходять безсимптомно, поэтому люди фактически узнают об этом постфакту. Серце работает, насос у вас хороший, сосуды плохие. І тільки бабуся так нічого цікавого про себе і не дізналася. Что касается сына, то смотрите, то есть исследовали позвоночник, самое больное ваше место. Сиденье мы вам сегодня уже поправили, дальше рекомендации, там гимнастикой будете заниматься. А по 50 грамм вы мне разрешили? Да, да. Лекарства для сосудов. Невже зараз будуть пити за здоровье? Но просто так вы не сможете его использовать. Нужно будет его совместить вот с этим. Это чеснок. Ничего себе, и как? Ну, как а мама совмещать? Потом приготовим лекарства для сосудов в течение 2 минут, в отличие от первоисточника, когда нужно потратить 3 недели. А что потом будет с ним? Чтоб я знала, чего ожидать. Мужчина омолодится. О, так это хорошо. Подожди. Попробуем. Вы думали, что это будем пить как водку? Используем как лекарство. Причем древний тибетский рецепт. Для настоянки тибетських ченців потрібна горілка та часник в рівних пропорціях. В оригіналі зубчики часнику настоювали у горілці 2 тижні. Але якщо сік часнику вичавити крізь соковижималку, ефект миттєвий. І той самий, що в оригіналі. Горілка змішується із ефіром часнику. Ця настоянка реально називалась еліксиром молодості. Да, пахнет космически, я, да. Я, конечно, в шоке. Я думал, вы доктор, а вы просто издеватель какой-то. Издеваетесь от этого. Очень прекрасно. Да. Древний рецепт омоложения и очищения сосудов, который нужен будет и вам, и отцу. Слушай, мне тебе уже жалко. Честно тебе скажу. Я уже нанюхалась. Там ну, для того, чтобы немножко скрасить, ну. Здесь остался еще жмых. Да. Вот к остаткам жмыха мы добавим сметану. Вот. И вы получите тот майонез натуральный, который вы выбросили вчера. Ну так наливайте, попробую. Ты будешь пить? Я даже не знаю. Нужно каплями. А, каплями? Конечно, конечно. Самый каплями. Лучший способ для жены. Такой он стопками пьет, такой стопками пьет. Нет, каплями на той же сметанке, да. Эфирное масло чеснока растворяется в спирте, потом переносится на жир, и с жиром по лимфатической системе попадает через легкие в аорту. Да, обходит печень. І попадає в аорту, вичищає оттуда холестерин. Рецепт тібетського еліксиру молодості. По 10 крапель у жирне молоко, кефір або сметану. 3 рази на день. З нашим лікарем сумувати не доводиться. Після кількох крапель настоянки починаються застільні пісні. Проверимо, в якому стані дихальна система. Тест дуже простий. Робимо глибокий вдох і по команді поємо, допустимо, букву А. Хто останній? Кто ты выиграл? Давайте. Все. Я же говорю, нам с вами нечего соревноваться. О, это вот того, кого... Опа! Дідусь виграв! Нічого собі! І після цього лікар буде критикувати його легені? Героя виграв. Да. Но ви виграли коктейль. Учитывая предысторию, чтобы легкие восстановить, чтобы они были получше. Вот. Мы сейчас приготовим коктейль, воду с яйцом. Веселе застілля продовжується. Від пісень переходимо до коктейлю. Вы берете в рот и делаете выдох через трубочку. Трубочка должна доставать дна. Не в себе, а... Да. Просто туда. О. У той час, коли дитина дмухає у трубочку, легені напружуються та водночас тренуються. До речі, чим глибше посудина, тим краще ефект. А бульбашки – це просто забавки, щоб дитина бачила у дмуханні якийсь сенс.
І наостанок ще один конкурс. Чи то для дітей, чи то, скоріш, для дорослих. Ми беремо мед і розмазуємо по тарілці. О, да, тонким слоєм. Береш руки і вилизуєш язиком. Когда идет вылизывание тарелки, усиливается приток крови к горлу и усиливается иммунитет. Мед — это антибиотик, который со стороны полости рта тоже убивает бактерии, иммунитет повышается, боли в горле прекращаются. Только язык нужно хорошо высовывать. Руки брать. Да, конечно. Така процедура допомагає не тільки покращити самопочуття, але й заощадити на миючих засобах. Все. Діагнози поставлено, тарілки вилизано, ГМО з холодильника викинуто. Ну що, задання ви отримали, а через 2 тижні приїду і перевірю, як ви справились з цим. Нам було дуже приємно. Мені теж. Але через кілька тижнів він знов нагряне до своїх підопічних. І теж несподівано. Сім'я за традицією у зборі на сніданку. Вони ще не знають, що сьогодні у них знову гості. Жена, хто-то прийшов. Пойду гляну. О, які люди! Ми вас навіть не чекали, Борис Вєвич. Не скучали без мене? О, ви тільки подивіться. А лікар-то вже за пані брата. Спасибо вам чуть-чуть. Ну да, такий стол, ви мене извините. Так, не ожидали. Старались. Ну да. Борис Вєвич, ми... Спасибо, позавтракал уже. Может, чайку или кофейку? Чайку, пожалуйста. Хорошо. Присаживайтесь. Давай. Кожному є чим похизуватися. Розказуйте, як ви тут без мене жили. О, курить бросили? Да, я покинув, вийшов, хотів закурити, потім подумав, що... Одразу на другий день. Смотрю, у ребенка і апетит хороший, так уже тарілка почти пустая. То есть нормально. А, кстати, Борис Лебедевичу за настоечку спасибо. Жена довольна, через каждый день у меня ходит. А как спина? Да. То, Борис Лебедевич, ну, потихоньку, да. Ну, не все ж сразу, не все ж сразу. То сидение, то отца, ну, так же, ну, решили быстренько. Поменяли другую машину, сейчас совсем другой вариант. Вы заметили, что у нас чай изменился? Да, чудесный чай. У нас с холодильником все в порядке. Что на столе, то в холодильнике. Та одних розмов лікарю замало. Погляньте, він знову розпочинає ревізію. Йомте, проверим. Может быть, там что-то случайно затесалось? Подождите, дайте подумаю. Майонез под подушкой, да? Ну да. Ревизия. Исправилась? Да. Совершенно вами доволен. Ну, я бы вот только вот этот вот продукт все-таки еще бы. Все-таки копчености. Это мы кошечку кормим. Кошечка? Да, ну, ладно. Кошечки, ладно. Да. Кошечка пусть ест. Да. Хорошо. Стараюсь. Невиліковних хвороб на світі не так вже й багато, тому бути здоровим не так складно, як здається на перший погляд. Цій сім'ї вдалося змінити свої звички і за якихось 2 тижні відчути себе краще. Ну, напоследок я хочу розказати вам одну притчу. Знаєте, біжить пацієнт по коридору, забігає в одну кімнату, відкриває, ні, заклопнув, во вторую, в третю. Потім бачить, є такий старенький доктор по коридору, говорить: «Доктор, я хочу лечитися у вас». Доктор так посмотрел на нее, пощупал живот и говорит: вначале вы пойдете к гастроэнтерологу. Он вас полечит, если неудачно, попадете к хирургу. А если хирургу не получится вас вылечить, тогда уже ко мне. А вы, говорит, кто? А я, говорит, патологоанатом. Так я предлагаю выпить за то, чтобы перед патологоанатом вы встретили хорошего семейного доктора, и он избавил вас от многих проблем со здоровьем. Выпьем чайок за здоровье. А ви теж маєте шкідливі звички та заварюєте чай у пакетиках? Тоді ми йдемо до вас!